Всем привет, друзья! С вами Димон и Пумба, и сегодня нам пришла довольно интересная посылка. Она небольшая, но там достаточно интересные редкие виды муравьев, которые, собственно, мы сейчас с вами распакуем, посмотрим и обозреем. Если есть такое слово в русском языке, в чем я не уверен. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что же нам пришло. Небольшой коробок от Почты России. Это можно убрать. А, видимо, он... Ну, мы его можем распаковать сбоку, я надеюсь. Это ничего. Так, он где-то здесь заклеен. Сейчас. Оп-оп-оп. Вот. Замечательно. Что же у нас тут? Поролончик и две пробирки. Две пробирки, замотанные... скотч и утеплитель. Ой. Давайте посмотрим. Тут еще бумажка какая-то есть. Тут даже целая фотокарточка приклеена. Секунду. Мне жизненно необходимо разрезать вот этот скотч. После чего мы можем... Опа! Тут есть... Ну, собственно, это группа. Кириллу Лазаренко привет. Он прислал мне этих муравьев. Ссылка на них будет в описании. Ребята продают много интересных, крутых муравьев. Они спонсоры этого видео. Поэтому переходим. Итак, приступим все-таки к муравьям. Самое интересное, волнующее, интригующее и т.д. и т.п. Давайте начнем с маленькой. Потому что начинать надо с малого. Вот. И посмотрим, что у нас здесь. Что же у нас здесь? А здесь у нас очень маленькая пробирочка с муравьями. Тут какой-то песок. Я, честно говоря, мало что вообще здесь могу разглядеть в этом песке. Вот. Очень странно. Ну, я надеюсь, что там какие-то муравьи да все-таки есть. Ну, мы отложим ее. Вот, я там ничего вообще не вижу. Как-то песок засыпался. Ну, да ладно. Вторая не менее интересная. Ну, то есть, там вроде как должны быть брахипанеры. Насколько я понимаю. Но я их не очень увидел. А вот здесь должен быть очень интересный мессор. Почему я всегда спойлерю? Ну, неважно. Вы же все равно не знаете, какой, правильно? А вот теперь знаете, это мессор Караваеви. Или как-то так. У матки немножко рассыпался тут расплод. Сейчас, секунду. Вот такая прекрасная королева. Вот. Здесь какие-то непонятные штуки вообще. Я не знаю, что это такое. Что это такое? Если кто-нибудь знает, напишите. Матка живая, у нее очень много расплода, и это хороший знак на самом деле. Вот, личинок у нее тьма тьмущая. И это очень здорово. Мессор красивый, он рабочий, по крайней мере, у него очень яркий, с таким красным тораксом. Я, может быть, сейчас где-нибудь здесь прикреплю картинку, если нет, то вы можете найти, собственно, по названию мессор Караваеви. Вот... Достаточно небольшой ареал у этого муравья. И сам по себе он очень интересный. Вот, для коллекционеров, естественно, представляет очень большой интерес. В общем, мне интересно будет поднять этих муравьев, посмотреть на их рабочих, потому что они должны быть очень яркие. И, конечно, солдат. Вот, ну и такая посылка сегодня получилась. Больше подробностей про этих мурах вы увидите, наверное, в самых следующих видео. Сфокусируешься, пожалуйста? Да, пожалуйста, сфокусировался. Ну, вот такая небольшая распаковка. Еще раз. Вот эта группа. Ссылка на нее есть в описании. Они прислали мне этих замечательных муравьев. Кирилл, большое спасибо. Ну, а на сегодня все. Такая небольшая распаковка получилась. Ждите видео на основном канале. Ждите видео на этом канале. Влогов будет масса. Ну, с вами был Димон и Пумба. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да пребудет с вами матка. Всем пока.